Анатолий Иванович Балабанов. Анатолий Балабанов родился 1 января 1912 года в Санкт-Петербурге в рабочей семье. Окончил среднюю школу, работал инструктором производственного обучения в Барнауле. В 1936 году окончил Качинскую военную авиационную школу пилотов. С июня 1941 года участвовал на фронтах Великой Отечественной войны. К апрелю 1945 года майор Анатолий Балабанов командовал эскадрильей. За время войны совершил 322 боевых вылета, из них 147 на воздушную разведку и 175 на бомбардировку вражеской обороны. Указом Президиума Верховного Совета СССР Анатолий Балабанов был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После окончания войны Анатолий Балабанов продолжил службу в Советской армии, проживал в Брянске, умер 25 мая 1980 года. Был награжден 2 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й степени, Александра Невского Отечественной войны 2-й степени и 2 орденами Красной Звезды, а также рядом медалей.